Мы приготовили солянку из двух сортов рыбы. Давайте посмотрим на процесс приготовления. Сегодня мы с вами готовим рыбную солянку. Рыбная солянка – это несколько сортов рыбы. У нас сегодня только два, но могло бы быть и три, и четыре. Но сегодня у нас судак и лосось. Сначала мы отварим рыбу. Мы залили холодной водой и ставим на огонь. Еще мы сразу же положим одну сырую луковицу. Вот так порежем лук для обжарки. Здесь три луковицы. Вот так порезали морковочку такими вот узенькими брусочками. Обжариваем лук. К луку добавляем морковку. Долго обжаривать не будем. Всего минутки три, не больше. Добавляем 2 ложки томата столовых. Томат жидкий. Его кладем 2 ложки. Если томат густой, то достаточно будет 1 ложечки. Томат нужно обязательно обжаривать, чтобы он дал нам красивый цвет и удалился запах сырых помидор. Выключаем. Вот так вот выглядит готовая наша заправочка. И мы выключаем. Удаляем пену. Делаем маленький огонь и варим до готовности рыбы на медленном огне. Теперь подготовим огурцы. Отрежем кончики у огурцов и мелко их порежем. Огурчики порезали, и сейчас мы их поставим тушиться. Минут на 20. Залили огурчики водой, чуть-чуть, буквально, чтобы покрыть. И ставим на газ для тушения. Теперь посолим. Рыба любит соль, можно посолить побольше. Бросим лавровый лист и перец. Огурчики закипают, уменьшаем огонь. И теперь на медленном огне они будут тушиться у нас. Рыба готова, и мы ее достаем. Наша рыбка. Достаем луковицу. Солянку варят вообще-то без картошки, с большим количеством рыбы. Мы кладем картошку в нашу солянку, а кто не хочет класть, тот может варить много рыбы без картошки. Теперь мы варим картошку до готовности, потому что когда мы положим кислоту, картошка у нас может не свариться и задубеть. Поэтому мы до полной готовности варим картошку, потом будем добавлять остальное. Картошка сварилась, и теперь мы добавляем морковь, лук и томат. Теперь мы доводим это все до закипания. Добавляем огурцы. Добавляем перец. Лавровый лист. Добавляем маслины. Укроп.
Добавляем также лимон. Но лимону я долго не разрешу находиться в нашей солянке, потому что я не люблю вот этот горьковатый вкус цедры. Буквально так вот, чтобы она чуть-чуть дала. И варим еще минут 10. Наша солянка готова. Сейчас мы будем ее подавать. Солянка у нас получилась очень вкусная, в меру острая и очень полезная. В ней много вкусной и полезной рыбы. Готовьте, наслаждайтесь вкусной едой и всего вам хорошего!